Всем привет, с вами Андромалик, поставьте лайк, подпишитесь на этот канал, потому что впереди вас ждет 8 интересных игр, я все покажу по порядку. Впервые я показываю на своем канале игра, где надо ремонтировать телефоны, любые гаджеты, короче, очень интересная игра, давайте смотреть. Оп, я в нее еще не играл, вот смотрите, типа разбился экран телефона, что мы делаем? Свайпаем вверх, чтобы снять экран, сняли экран. Наклеиваем новый экран. Хоп, готово. Это было просто. Это первый уровень. Сейчас будет все сложнее, сложнее, сложнее. Музыки в игре нету. Не знаю почему, но вот они почему-то иногда вот такие вот игры, типа простенькие, без звука делают. То есть, видите, у меня звук так включен просто. Ну, просто игра без звука. Следующее. Нам надо раскрутить вот два болта внизу. Смотрите, что-то сломалось, наверное, в телефоне в самом. Снимаем заднюю крышку. Дальше что это такое? А, как видите, что-то сломано было, мы какие-то части убрали плохие, заменили на новые, закрыли крышечку, закрутили болтики. На самом деле намного сложнее сейчас телефон открывать. Это раньше было так, сейчас современные телефоны очень сложно, их надо феном прогревать, чтобы клей отклеивался и подковыривать аккуратненько. В общем, там очень сложно на самом деле сейчас. Так, здесь проблемы со звуком, я так понимаю, да. В телефоне нет звука. Мы сейчас будем менять звук. А звук это вот здесь он находится, вот в этой микросхеме, как я понимаю. А здесь мы что-то чистим, да, что-то почистили мы. Что дальше делать, я не знаю, нам ничего не говорят. Ну, наверное, вот эту поставить штучку и закрыть телефончик. Хоп-хоп, готово. Вот такая вот прикольная игра. Дальше, наверное, ноутбуки будем ремонтировать, планшеты и там и то. То есть на 60% мы только это прошли. Первый день закончен. И здесь, смотрите, на деньги мы можем свой офис обустраивать. Вот, например, сделали, столик купили, там, где мы будем все ремонтировать. Потом еще вот такие полочки, на них поставили ноутбуки, видите. И вот так вот мы будем все лучше и лучше все это делать. Так, следующий вариант, это то же самое, сломали экран, смотрите, приклеили, теперь остался воздух под стеклом, мы теперь его вот так вот берем и убираем, чтобы все было идеально у нас. Дальше откручиваем, здесь надо микросхему еще поменять, вот эта микросхема у нас сломалась, я правда не понимаю, почему она не достается, я что-то не то делаю или что, ну вот же, наверное, это, а, я ее поменял, что ли, подождите. А, наверное, ее надо было просто почистить, да, почистить. Там что-то попало, я почистил и все. В общем, вот такая вот игра. Так, идем дальше. Save the girl. На каком-то мы уровне тут остановились, давайте посмотрим. На 75-м. Сейчас все продолжим. Так, значит, принцесса попала во дворец к принцу, и ей надо как бы с ним встретиться. Чтобы пройти эту первую, нам надо плохо одеться в костюм служанки, в платье служанки. Так, дальше тут что-то у нас сломано, разбито, и нам что-то надо сделать. Значит, ну просто уберем, да. Прибрали мы это все дело. И вот на этом последнем моменте я допустил ошибку в прошлый раз. Я решил феном посушить, и оттуда какие-то червяки полезли. Непонятно, что они там делали, а нам надо было просто перепрыгнуть и пойти дальше. Дальше у нас 76 уровень. Кстати, игра практически пройдена, это концовка, насколько я знаю. То ли там 80 чем-то уровней, то есть мы, может быть, даже сегодня всю игру пройдем уже до конца. Вот в этом видео. Идем дальше, значит, попали мы дальше. Куда-то. А, нет, мы уже вышли оттуда. Значит, здесь либо тыкву использовать, либо еще что-то. Давайте тыкву, потому что все остальное я не знаю, что это такое. Вот какой-то знак второй. А это типа такси, наверное, второй знак. Я просто не знаю, что такое SG. Наверное, это какой-то такси в какой-то город. В каком-то городе. Здесь я, по-моему, уже пробовал топор, не помог. Топор сразу полицейский прибежал. Сигнализация сработает, сразу полицейский прибежит. А мы используем магическую палочку, и все. Фея сама нас превратила. Не надо было ничего воровать в магазине. Так, либо такси, либо телефон. Наверное, такси, но я боюсь, что она наедет на лужу, и мы будем в воде, поэтому... Ну ладно, давайте такси. Ну да, я так и думал, что будет. Я просто не понимаю, зачем телефон, типа, другое такси вызвать, которое остановится? Или что? Что мы вызовем? А, карету, хорошо, понятно. Вызвали карету, поехали дальше. 77 уровень. Так, до 80-го сейчас дойдем уже. Идем дальше. Так, значит, приехали мы.
Так, идем. Вот дворец, да, здесь туса. Смотрите, все уже тут на веселе, так сказать. Так, либо выпить. Ну, наверное, выпить бокал тоже с ним, наверное, да? А, нет, что-то мы перепили, все, мы пьяные. Так нельзя начинать знакомство с принцем. Поэтому начнем знакомство с куриной ножки. Да? Это ж куриная ножка. Второй вариант. Давайте смотреть, что это такое. А, мы приманили принца. Ё-моё. Кто же знал, что принцу нужна куриная ножка? Так, тут еще кто-то к нам подошел. А мы, наверное, паука. Оп. А, нет. Нельзя было паука. Что, со снайперки расстрелять? Чё? Первый вариант — это снайперское оружие. Что-то я вообще не понимаю этой игры. Какие тут выборы случайные просто. Надо выбирать самый неразумный выбор, наверное. И тогда ты всегда проходишь все. Хорошо, давайте. По второму разу. Не, уже третий раз. Значит, здесь курочка. А дальше снайперская винтовка. Я не знаю, кто с ней будет стрелять, с нее. Сейчас узнаем, нажимаем, так. А, подстрелить кожуру, ё-моё. Как все сложно. Хорошо, что дальше? Поцелуйчик или телефон? Ну, наверное, поцелуй уже, пора. Блин, я снова облажался. Ну ладно, давайте последний раз уже пройдем этот уровень. У меня как раз сейчас конфета будет во рту, чтобы ничего не говорить. Потому что здесь уже комментарии излишни. Это уже четвертый раз у меня не получается пройти довольно легкий уровень. Подстрелим. Готово. Телефон. А что, мы с телефоном позволим кому-то? Алло. Ничего не понял. Типа потусили с принцем и уехали от него. Так, следующий уровень. 78. Так, на нас кричат. Есть вариант одеть наушники, либо, наверное, наушники оденем. И все нормально. Жизнь удалась. Ла-ла-ла. Так, что дальше? Что тебе нужно от меня? Почисти пол. Так, давайте время отмотаем назад, до того, как она плюнула. Опачки. Ей стыдно стало или что? Что с ней такое? Ой, у нее какой-то кинжал вообще в руке. Че? Это наш принц. Либо шлем, либо ножницы. А зачем ножницы, не могу понять. Давайте ножницы. Опачки. Неправильный вариант, да? А правильный вариант — вот так вот. Рыцарь придет. Стоять! Отойдите, говорит он. И все, всех разогнал. И мы вдвоем с принцем наедине. О боже, о май. Ладно, а что будет дальше, мы узнаем в следующем ролике. Потому что осталось не так много уровней. Надо растянуть удовольствие, так сказать. Мы на 79 уровне остановились. Так, следующая игра — Forza Street. Она требует интернета. Без интернета не работает. Не хочет запускаться. Тут постоянно что-то обновляется. В общем, это игра от Microsoft. О, какая тут музыка. О, обновление, какой-то патч скачивается. Всего 1 мегабайт, между прочим. Видимо, одну машину добавили, еще что-нибудь. Йоу, какая музыка. Так, давайте поедем сразу в гоночку. Я не хочу. О, дали нам BMW M4 2016 года. GTS. Гран Туризмо, наверное. Нет, GTS — это не Гран Туризмо. GT — это Гран Туризмо. Не знаю, что такое GT. Так, реклама нам не нужна. Нажать сюда. Все. Нажимаем. Поехали. Пожалуйста, дайте поехать уже на тачке. А, нам не дали
BMW. Она, наверное, в магазине только появилась, ее надо покупать. У нас все равно Ford Mustang или что это у нас? Какая-то другая тачка. Здесь, кстати, долгие довольно загрузки. Возможно, на ваших устройствах. У меня там новый iPad 2020 года, он быстрый. Я думаю, тут загрузки могут быть очень долгие у некоторых на телефонах. Так, что-то как тут? Я забыл. Ой. Не идеально. А что мне надо делать? А, мне надо было газ сжать, прикиньте. А я отпустил его. Ну все, я уже не выиграю. Я не знаю, зачем ехать, мы все равно уже проиграли. Ну, давайте доедем. Здесь, короче, все, что надо делать, отпускать тормоз на вот этих вот желтых полосках. И все. И нажимать нитро время от времени. Какая скорость. Здесь, кстати, скорость даже не указана, с какой скоростью мы едем. Вообще минимальный какой-то интерфейс. Вы проиграли. Давайте еще разочек. Здесь есть кнопочка Retry. Все, сейчас я нормально проеду, ребята, я уже забыл просто. Просто есть такие же гонки, Drag Racing, и там нажимать педаль надо, когда просто ты переключаешь передачу. А здесь надо держать педаль. Miami Bayside. Погнали. Сейчас я его сделаю. Все, хватит говорить. Приступим. Все нормальный старт. Ой-ой-ой-ой-ой. Идем ровно. Бок в бок. Так, он вырывается. Я включаю нитро. Так, мне надо правильно нажать. А, отлично, great, это на зеленом. Я нашел, где зеленый, как нажимать тебе. Блин, ну камера неудобна иногда. Perfect, great. Так, я разобрался уже, короче, как нажимать. Сейчас буду стараться всегда perfect делать. Оп, late немножко поздно. Perfect. Зато ускорение идеальное. Нитро накопилось, включаем. Идем дальше, едем. Кстати, здесь нету музыки. В меню есть музыка, а здесь... только рев мотора. Ну чё, как вам вообще игра такая? Здесь много машин открывает, но просто играть не особо интересно, если честно. Геймплей так себе. Ну, в общем, если хотите, играйте. Я пропущу. Так, FNAF я пропускаю. Мне что-то не хочется играть, не знаю, настроения просто нету. Я его подготовил, но что-то без настроения не хочется. Давайте лучше вот парковочку играть будем. Учиться парковаться правильно. Значит, lessons. 6-й уровень. Поехали. Нас будут обучать парковке. Так, куда ехать? Так, вначале завести машину. Теперь пристегнуться. Теперь куда ехать-то? А, налево надо ехать. Хорошо, налево. Поворотник я вначале включил. Теперь поворачиваю. Все. Здесь надо остановиться. Видите, знак стоп. Мы до полной остановки. Оп. Теперь налево поворот. Поворачиваем. Едем. Здесь 135 скорость, больше нельзя. Не гонять. Потому что это центр города. Здесь много людей, пешеходов. Нельзя гонять. Вот я 30 чем-то еду, максимум. 33, 32. Ой, я даже на зеленый еду, но я не вижу. Ой, здесь красный уже был. Может, засчитают? Нет, минус дали. Ну, он как бы переключался только. То есть я в последний момент проехал. Могли бы засчитать, что все нормально. Ой, 35, чуть скорость не превысил. А нам куда вообще ехать, не могу понять. Так, здесь уже красный, давайте остановимся. Можно, кстати, камеры повернуть как-нибудь. Вот камера, да? Ладно, поехали. Так, этот поворачивает налево, а мы едем прямо. Ой-ой-ой, я разогнался. Извините, извините. Хотелось немножко газку добавить. Здесь почему-то вообще 30 ехать, не понимаю, почему. Тут опасное место или что? Пешеходных переходов я не вижу. Зеленый свет, значит, можем ехать. Здесь уже 35, можно вдарить в газку немножечко.
здесь мы будем поворачивать после Porsche вот этой вот красивой 911. Идем дальше. Так, 25. Куда едем дальше? Здесь надо задком дать, да? Стать. Хорошо. Чё ты сигналишь, ё-моё? Дай мне запарковаться. Куда ты спешишь? Сигналит он мне. Всё чётко, красиво прошло. Хорошая игра. Рекомендую. Называется Car Driving School. Вот она. Вот иконка, запоминаете. Дальше мы немножко похулиганим в GTA. GTA 3. Когда уже GTA 4 выйдет, а, на iPad? Уже пора выпускать GTA-шку 4. Наверное, очень сложно, она там такая глючная у них получилась, движок кривой. Может быть, они делают уже, просто надо подождать немножко. Я же уверен, что она супер продастся хорошо. Просто не все телефоны, наверное, ее потянут. Вот планшеты, наверное, потянут, планшеты, да? А телефоны навряд ли, поэтому они ждут, когда уже выйдут более мощные телефоны и под них сделают. Потому что, ну, там графика там такая хорошая. Только если на минималках как-то сделают, тогда да. Тогда, может быть, что-то и получится. Ого, какой столб жесткий. Я врезался, и все. Давайте что-нибудь придумаем. Что делать будем? Давайте здесь куда прыгнем. А, здесь невидимые кусты, да? Ясно. Так, это радио не очень... О, флешбэк слышится. Саундтрек с фильма «Лицо со шрамом». «Пушит» называется песня. А вот кто исполняет, я забыл, ребята. Я забыл. Так, сейчас мы разгонимся. Здесь есть трамплин прикольный. Давайте посмотрим, что у нас получится. Запрыгнем мы туда, где... Поезд ездит. Нет, не получилось, не получилось. Не переворачивайся, пожалуйста. Ой, отлично. Давайте еще раз. Мне кажется, просто надо дальше разгоняться. Подольше. Сейчас вот прямо вот отсюда будем разгоняться. Вот прямо отсюда. Машина все-таки не самая быстрая в игре. Там помощнее нужна, но у нас зато есть больше разгона сейчас. Давай. Я в столб какой-то врезался. Ёшки на трешке. Он же выбрался с машины. Куда фейл? Эх, такая была идея интересная. Давайте еще раз. Вторая попыточка. У нас, кстати, в конце Fortnite, если что. Кто для любителей Fortnite, смотрите до конца. Будем выживать в Fortnite. С целой командой. Посмотрим, какое место возьмем. Я куда-нибудь прыгну в центр, чтобы меня сразу убили, а? Или я кого-то убил сразу в Fortnite. А то я всегда прыгаю куда-то с командой, да? Но там еще мало игроков. Скучно. О, здесь тоже трамплин. Давайте сюда. Там. О, прям на баскетбольную площадку. Здесь можно отмелиться. Вон. Ухо. Минус звезду делать. Блин, хороший вид на Нью-Йорк. Вон туда, видите? Классный вид. А это типа Нью-Джерси, что ли? Оп. Хотя нет, это тоже Нью-Йорк, потому что здесь же тоже поезд едет. Хотя и в Нью-Джерси он едет, не знаю. У меня надо все-таки Нью-Джерси. Я просто там жил, но здесь не очень похоже, поэтому не могу понять, где что. То ли это Нью-Йорк, то ли Нью-Джерси. Так, давайте поменяем радио. Липс, губы. Я не хочу губы. О, вот такое радио. Чисто бандитское радио. Ой. А тут закрыто. Все закрыто. Йо. Флешбэк. Давайте так ездить. Кинематографическая камера. Только я не могу понять, куда я еду, потому что ничего не видно. Ну ладно. Так, у меня какая-то игра Teeny Titans. Она из интернета. Без интернета вообще работает? Я чуть не помню. Кто вообще эту игру видел? Кто-то заказал эту игру, я ее скачал, кто-то в комментах писал.
Вы пишите даже сейчас, я вот иногда смотрю комменты, что скачать не знаю, читаю комменты и вот скачиваю. Короче, Teeny Titans кто-то заказал, но она, походу, без интернета не работает, как я понимаю, поэтому давайте закроем ее, включим интернет, наш драгоценный, как же мы без интернета, и запускаем по второму разу, ну, давай, загружайся. Или она не рабочая вообще игра, что с ней вообще не так? О, Warner Brothers, да? Эта игра содержит рекламу. Мне уже сразу говорят, содержит рекламу. Так, и нам сразу рекламу пихает, да? Ладно, погнали играть. Так, что тут? Куда бежать-то? Сюда. Пум-пум-пум-пум. А снизу это что? Это что такое? Письма. 4 миссии у меня, да? Награда 250 монет. Хорошо. Ой, а что это за шарик надо мной? А, 6 штук надо собирать. Хорошо. Кстати, прикольно так нарисовано все, если честно. То ли на iPad так классно смотрится. Приятно так. Ну, согласитесь, графика хорошая такая. Приятно нарисовано все. Так, тут тоже что-то, да, собирать надо или что? Что это? Ну... Так а что оно не работает? Ну, не могу понять. А, можно в другую дырку переместиться, наверное, да? Но мне просто не открыто больше. Это, короче, быстрое перемещение, как я понял. Мальчик какой-то стоит, что ты хочешь? Оставь меня в покое. Нет, будем драться. Будем драться. Давайте посмотрим, насколько он сильный вообще. Так, у него 4-й уровень, 4-й. Ну, гоу. Мы выбираем, кем будем играть. Мы должны победить, у нас 3 персонажа 3 уровня, то есть в сумме 9 уровней. А у него 2 по 4, то есть 8 уровней. Мы должны победить, наверное, или нет? Go, bro! Давайте я жду 12, когда будет 12 внизу, я нажму супер способность. Вот. Я пока ничего не делаю, и... Все. Уничтожим его или нет? Да, с одного удара, представляете? Снова ждем. По нам теперь будет атака. Минус 11. Но мы живы. У нас 7 здоровья осталось. Так, ждем 12. Давай. И покажи им. Все? Что, так быстро? А, еще кто-то. Вроде 2 персонажа было. Тут уже третий какой-то. Походу, он нас убьет. У меня 7 здоровья просто. А, не, он что-то сделал на меня такое непонятное. А, он меня ослабил. Меньше силы теперь у меня. Я ему 10 урона нанесу, а не 12 теперь. Все, пора ответить за свои поступки. Все, минус 10 его нет. Я не понял, что они бесконечные, что ли? Снова какой-то чел появился. Ладно, я такой удар делаю, потому что я скоро погибну. На 7 урона я сделал, да? Все, я погиб. Это вот эти вокруг меня летают, они урон наносят. Они до сих пор летают. Что за бред? Так, я тебя сейчас на две части разрублю. Саблей, давай. Оп! Оп! Ай-яй-яй, он уклонился от атаки. Представляете? О, что это такое было? Я накопил какую-то энергию. У него 3 здоровья, еще одна атака и все. Ну берегись. Так. Все, и пора в Fortnite играть. Давай, разрезай. Бух. Победа. Плюс здесь здоровье, давайте. Здоровье все-таки важно, мне кажется. А тебе что? Тоже, наверное, 10. Я все здоровье буду. Можно додж попробовать, типа уклонение. Ну, что-то мне здоровье кажется очень важным здесь. Новая какая-то способность у этой появилась. Ну что, победили? Хорошо, а теперь пора поиграть в Fortnite. Я уже обновил заранее, чтобы не ждать полчаса, пока он там одно обновление скачает, второе. Потом что-то устанавливать будет долго. Поэтому я их заранее скачал, вот только вот сейчас в игру войдет и все. Ну давай, Fortnite, не подведи. Покажи, как iPad быстро загружает все. У меня же интернет хороший.
быстрый. Но все равно он тупит, конечно, Fortnite этот. За столько лет это самая прибыльная игра практически была за последние вот, 2-3 года. И они до сих пор, они не могли ее как-то оптимизировать. Я не знаю, неужели так сложно как-то сделать, чтобы она нормально работала? Это же как бы у меня мощный iPad. Я не представляю, как оно вообще на плохих планшетах, на Android работает, которые очень медленные. Там вообще, наверное, жесть. И графика плохая, и тормозит. Они вот постоянно вот это, да-да, я что-то там открыл. Да мне неинтересно, что такое Play Again. Даже вот здесь игра тормозит в меню. Все, погнали играть. Они все заманивают, чтобы я что-то купил у них, там задонатил, какой-то скин взял. Нет, не надо, я хочу вон в игру сразу ворваться и все. От скинов тут ничего не зависит. Ты можешь всегда играть. Да, так же и без скинов. Внешне просто по тебе будут, ну, видят тебя по-другому будут. Может, бояться будут, если крутой скин. Такие, вау, тебе такой крутой скин надо убивать. А так никакого преимущества не дают скины, как я понял. Если они дают какую-то силу, напишите. Но как я понял, что если, например, берем одного игрока, который ничего в игре не покупал, не донатил, и второй игрок, который очень много всего купил, между ними разницы никакой не будет. А у первого игрока будет столько же шансов победить второго. Правильно я рассуждаю? Надеюсь, вы поняли, о чем я. Что такая долгая загрузка, вот не могу понять. То ли это первый раз такое после обновления игры, то ли каждый раз надо так долго ждать. Ну что там загружать? Все. А я за девушку играю, я даже не знал. Видимо, я поставил ее где-то. Даже лицо я не могу увидеть. Но здесь игра очень хорошо идет, сразу говорю, в игре. А вот меню сделано ужасно глючно. Здесь супер плавно. Вот посмотрите, насколько все плавно идет. У меня на предыдущем iPad 15 года такого не было. Настолько плавности большой. А как тут за кем-то лететь, не могу понять. А, кто-то туда хочет лететь. Кто-то уже выпрыгнул. Что мне делать? Интересно, чувак реально туда полетит, на тот остров или нет? Походу он полетит туда, тогда и я полечу. Блин, а кто-то летит или я только один? Не, он не летит, кстати, туда. Я вижу, где он. Вон он. Хотя нет, он вроде летит. Не, он не летит. Он уже парашют раскрыл. А что все сюда рванули, не могу понять. Вот он наш напарник, мы за ним. Туда, кстати, на остров кто-то летит или нет? А, это вообще не остров, это корабль, я понял. И я понял. Так, и что? Можно прямо сюда упасть? А что там такое? Или здесь нельзя упасть? А здесь нельзя упасть. А что, можно целый уровень вот так висеть? А, надо просто убрать парашют, я понял. Так, ну что, куда падать-то? Я боюсь, меня сейчас перестрелят. У всех, наверное, уже оружие есть. Только один я тут такой падаю. Ну ладно, пусть убивают. Так уж и быть. Так, кирпич я взял. Здесь что-то секретное. Ну-ка. Так, аптечка. Хорошо, у меня есть оружие. Только как стрелять, напомните мне. А, вижу кнопочку. Так, а что здесь такое? Что здесь такое? Что-то... Какие-то взрывчатка какая-то дистанционная. Ну и вроде все. Идем наверх. Пока что все наши ребята живы. Вот один только получил урон немножко. Так что пока что... Что за звук? Что за звук? Как будто секрет какой-то здесь. Слышите? Я просто не разбираюсь, что за звуки в игре.
Еще почему я бегу, и тень тоже со мной вот так вот передвигается, не могу понять. Что это такое? А, это потому что какие-то облака здесь в этой игре необычные. Они закрывают луну. Получается такой эффект. Так, я побегу вон туда, посмотрю, что там. Оп. Оп, 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 оп. Оп. Так, вот здесь что-то интересное. Интересно, за мной никто не бежит? По-моему, нет. Давайте посмотрим, что здесь. Давай, запрыгивай. Что здесь, запрыгнуть нельзя просто вот тут, что ли? Что за дела? Так, ладно, давайте с киркой побегаем. А, здесь тачка стоит. А, здесь вот это что такое? Это дерево, да? Тачка. А как ехать на тачке этой? Я только не понимаю. Походу, никак, да? На ней нельзя ездить. Ее можно только разломать. Ну что ж, давайте разломаем. Так, что здесь у нас? Палатка. Секретки есть? Это тут здоровье можно установить возле костра или что? Расскажите Нубасу. Что тут вообще происходит? О! А можно в огне стоять? Да, даже в огне можно стоять. О, еще больше. Тут несколько раз можно разжигать его. Все, больше не хватает древесины у меня. Так, что, дальше идем? Все, я тут по берегу бегаю, никого нету, безопасности я. Ну, что-то валяется, давайте посмотрим, что же это такое. Какой-то звук странный. А эта зона, наверное, сейчас закрываться будет, да? Да. Зона закрывается. Опыт взяли. Блин, нафига это собирать? Неужели сразу не могли дать? Мне надо бегать и собирать опыт. И они еще... Опыт еще исчезает, оказывается. Надо успевать быстрее. Одну не собрал. Одна исчезла. Минус дерево. Ну что ж, куда идти, не знаю. Так, напарник, кстати, здесь тоже бежит ко мне, я смотрю. Вот он где-то там вдалеке, сейчас я его увижу. Или он летит? А, он летит вообще. На вертолете или на чем он летит? Ничего не понимаю. Звук вертолета какого-то. А, ну да, это вертолет. А, это другой даже напарник? Не этот. Давайте сядем, наверное, ж можно сесть. Все, я сел. Буду стрелять. А, у нас трое уже тут, хорошо. А, один уже минус, одного убили. Короче, вся наша команда на вертолете. Сейчас кто-нибудь прилетим, нас расстреляют просто сразу, мгновенно. Вот, короче. О, я могу эти дистанционные бомбы поставить где-нибудь. Сейчас я попробую. Кидаю, короче. Ой! Надеюсь, мы не взорвемся. Потому что бомба на вертолете. Я не знал, что так получится. А мы на какую-то ферму вообще прилетели, где ничего нету, просто поля какие-то. Чувак просто танцует. Ему, видимо, хорошо. Интересно, у вертолета бензин есть или он тут без... нету, как в PUBG. Топливо. Сколько хочешь, столько и летай. Так, мы куда-то прилетели. Мне кажется, здесь кто-то будет. Здесь какое-то огромное место. Я даже боюсь выходить. А какой кнопкой выйти? Вот этой, да? У тебя двери закрыты еще. Может, тут и никого и нет? Все, нас уже расстреливают там наших. А, это наш? Или не наш? Это не наш. Thank you.
кого-то подстрелил я. У меня патронов нет. Нашего тоже подстрелили одного. А что это за... Меня уже, наверное, заметили. У нас еще один напарник жив, как я понял. Че, похилимся? Так. О, вот он. Я его сейчас спасу, походу. Ну давай, вставай. Соответственно, всех врагов убили мы или нет? Что он делает? Что он делает? Это что такое? Ага. Не, давай вот это возьмем. Да. Прикольное оружие. Честно, напарников я восстановить могу? Или они все ушли, вышли с игры? Уже ничего не получится. Здесь большое место какое-то. А, у меня... Я понял, у меня вообще автоматически стреляет персонаж. Когда я навожу на кого-то. Тут вообще кто-то есть? Кроме нас. Так, а сколько игроков всего? 26, да, еще? Где-то есть, значит, игроки. Так, кто-то ходит, я слышу. Кто-то в доме ходит. Кто-то на вертолете улетает или что? Я кого-то слышу в доме, я, короче, проверю. Блин, реально шаги были. Вот, где-то тут шаги. Еще выше, что ли? Зона уже уходит. Он, наверное, меня ждет. Так, можно сесть? О, я сел. Мы уже не в зоне, короче. Понятно. Так, а можно перевязываться здесь? Да, можно. Сейчас перевяжусь. Так, а сколько игроков? 21 игрок. Наверное, с пулеметом буду вот этим. По нам никто даже не стреляет. Неужели никто вертолет не видит? Где все игроки? А вот игроки внизу прям. Оттуда стреляют. А что, я не попадаю, что ли?
Сейчас, сколько игроков? 12. Так, что-нибудь есть попить? Защита какая-нибудь. Вот бутылка, по-моему. Нет, это оружие. Я перевяжусь. Но мне защита нужна. Надо уходить, скоро зона уйдет сейчас. У нас есть шанс выиграть даже. Вау! Еще и здоровье побольше стало. Так, 10 человек. Значит, 8 врагов. Ну, у некоторых полная команда может осталась, а мы только вдвоем остались. Нам опасно. Я вниз вообще не прыгал туда, вообще вон туда. Там вертолет чей-то уже, наверное. Или просто вертолет. Застрял с этим вертолетом. Короче, будем держаться вместе. Может, где-нибудь на горе кто-то есть. Может, наверх залезть? Что он делает? Прыжок куда-то? Зачем он отсюда уходит? Здесь, по-моему, неплохое место. Упс. Мы просто врезались друг в друга. А кто стрелял вообще? Еще кто-то остался. Они на горе или где? А, вон они. Защиту надо выпить. Так, осталось 4 игрока, 2 врага осталось всего. Единственное, нам сюда карабкаться. Лучше не карабкаться, мне кажется, мы просто упадем. А ну, разобьемся. Здесь же, типа, нельзя прыгать высоко. С высоты. Здесь кто-то стреляется, они, наверное, поодиночке остались с разных команд. Возможно.
три игрока осталось. Мой напарник и этот чел. Я просто не знаю, что это. Все, напарник победил у него. Отлично. Прикиньте, победа. Ну, а неинтересная победа, потому что какие-то нубасы были, но совсем уже неинтересно. Если я вообще не играю в эту игру, я победила. Представляю, какие тут люди вообще играют в Fortnite. Это просто ужас какой-то. Ну, ладно, победа так победа. Фуф, надеюсь, вы досмотрели до конца и увидели мою победу. Потому что я хочу показать вам игры на следующий выпуск. Вот они, пожалуйста. Все готовые, ждут. У нас PUBG в конце. То есть сегодня Fortnite, в следующем выпуске PUBG в конце. Так что спасибо, что смотрели. С вами был Андер Малик. До новых встреч. Пока.